Вітаю вас, шановні глядачі. Це програма «Майдан ТВ». Я ведуча Ірина Ткаченко. Далі я буду говорити російською, тому що ми будемо говорити про Донбас, для того, щоб більша кількість людей змогла нас побачити, зрозуміти, і не тільки по центральному каналу, але і у соціальних мережах. Сегодня у нас в гостях руководитель общественной инициативы восстановления Донбасса Елена Петреева. Здравствуйте. Добрый день. Вы родились и выросли в Донецке. И я думаю, что все, что происходит сейчас на востоке Украины, вся эта российская агрессия, бьет по вашей душе, по вашей судьбе, наверное, по-особому. Я не хочу сказать сильнее или слабее, но по-особому, не так ли? Ну, вообще события, которые происходили в прошлом году, которые происходят сейчас, они бьют по судьбам всех дончан, луганчан, кто остался на неконтролируемой территории по разным причинам, по тем, кто выехал, по тем, кто живет в Донецкой области на контролируемой территории. Ситуация очень сложная, конечно, я не исключение. Бьет и по мне. Вы врач по образованию, так? Да. И вместе с тем, я бы так сказала, что, на мой взгляд, вы сделали хорошую карьеру там у себя, в Донецке до войны. Так вы занимались реформой медицины и не только. Расскажите, как точно называлась эта ваша посада, ваша должность? Я проработала большую часть своей трудовой деятельности в практическом здравоохранении. Прошла путь от участкового терапевта до начальника департамента здравоохранения. Ну и с 2006 года по 2014 я работала заместителем председателя областной государственной администрации. Именно курировали вопросы медицины? Вопросы социально-гуманитарной сферы. Это была медицина, социальная защита, культура, физкультура и спорт. И дальше этот перечень можно продолжить. Все, что относится к социальной сфере, то есть то, что направлено на человека, для человека, для социума. Так что создание общественной организации, я так понимаю, по сути своей не стало для вас какой-то неожиданностью и очень новым шагом, но все-таки после ипостаси чиновника перейти в ипостась главы общественной инициативы, это, наверное, совершенно крутой поворот в жизни, не так ли? Ну, несомненно, это изменение, в общем-то, жизненного пути, изменение в некой степени и ментальности. Ну и, тем не менее, это потребность действительно продолжать служить вот тому делу, которому я посвятила 10 лет своей жизни, жизни в государственной службе, и то, чему я служила до того, работая в практическом здравоохранении. Сейчас просто речь идет не о больных людях, не людях, которые, в общем-то, хотят развиваться, поскольку и культура, и образование, это все, в общем-то, образовательный спорт, да, это все, в принципе, движение вверх, движение вперед. И сейчас я считаю необходимым помогать людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, люди, которые потеряли привычные условия и привычную среду обитания, которые вынуждены были уехать, оставив очень многое. Я не говорю только о имуществе, я говорю о друзьях, родственниках, о привычных связях, о стереотипе, укладе жизни. И вот, которые оказались зачастую один на один со своими проблемами. Поэтому инициатива восстановления Донбасса, одно из направлений деятельности, это оказание помощи внутренне перемещенным лицам. А вы можете считать себя тоже перемещенным человеком, перемещенным ну, конечно, лицом? Ну, конечно. Я вынуждена была уехать в июле прошлого года из Донецка по распоряжению губернатора. Я работала в городах Славянск, Краматорск. Мы занимались восстановительными процессами в северной зоне Донецкой области и, конечно же, оказание помощи людям, которые прибывали из мест, где шли активные боевые действия. Это было Донецк, Горловка, Снежная, ну, различные регионы, которые, в общем-то, пострадали и, в первую очередь, и находились на линии огня, и, естественно, выезжали люди. У нас были ситуации, когда мы принимали женщин, которые
которые уходили из роддомов с грудными детьми без справки о рождении ребенка, регистрировали этих детей, оформляли документы, восстанавливали документы, естественно, оказывали гуманитарную помощь, работали со многими международными организациями, потому что, вот в частности, такой есть небольшой город Светогорск, где расположена Светогорская лавра, и численность населения постоянного, там порядка 4000. Так вот, в день прием переселенцев достигал до 1000, а в принципе около 30 000 прошлое лето было дислоцировано внутренне перемещенных лиц, которые зачастую выскакивали, ну вот в чем могли выйти. Как землетрясение, да? Ну, можно сравнить и с этим, но землетрясение, в принципе, есть возможность вернуться, у некоторых возможности вернуться уже нет на территорию, которая сейчас не подконтрольна. Насколько во время пребывания там вам удавалось помочь этим людям, и от чего зависела эта возможность помочь? Знаете, ну, это, в принципе, зависит от многих факторов, и если взять по значимости, то это первый организационный момент. И я хочу сказать, что у нас работа была организована так достаточно четко. У нас был принцип такого единого окна, то есть в одном помещении сидели несколько представителей администрации, представляющие социальную защиту, пенсионные фонды и регистрацию. Мы впервые ввели понятие анкеты для внутренне перемещенных лиц. Мы регистрировали всех и детей, и взрослых. Соответственно, зарегистрировав, мы давали талончик на поселение, на организованное питание. Было организовано вначале двухразовое, потом, когда численность населения прибывала, было организовано одноразовое горячее питание. Естественно, оформлялись документы, переоформлялись документы, шло переоформление пенсии, социальных выплат. В общем, конвейер работал, и это было очень важно. Второй момент успешности того, что было сделано и организовано, если можно говорить, конечно, об успешности, это коммуникации. Коммуникации с различными партнерами, с различными спонсорами, международными организациями. Мы привлекали помощь всевозможную из всех возможных источников, то есть это была многоканальность. Это были одеяла, это была посуда, это были продукты питания, это были средства гигиены, это было детское питание. То есть спектр того, что мы привлекали для того, чтобы как-то облегчить людям жизнь, был достаточно большой. Получается, что вы тогда занимались этой помощью людям в качестве еще государственного чиновника. Да. У вас была возможность привлекать весь спектр, о котором вы говорили. Да. Ведь то же самое могут о себе сказать, скажем, волонтеры, которые там с первых дней, конечно, Майдана делали то же самое, только у них не было вот этого ресурса, они задействовали ресурс другой. Вы знаете, даже будучи чиновником, мы... Я отнюдь не противопоставляю, не говорю, нет, что волонтеры хорошие. Нет, здесь нельзя противопоставлять, да. Здесь есть а цель, чиновники плохие, есть, да, инструмент. Вот у нас была цель, это накормить, поселить и помочь людям. И был инструмент в виде общественных организаций, в виде волонтерских организаций, религиозных организаций, международных, которые мы все объединили. И, в общем, вот таким, ну... кругом мы пытались решить проблемы, с которыми не сталкивались никогда многие из тех, кто и был чиновниками, многие из волонтеров, то есть многое приходилось делать впервые. Как бы вы оценили, вернее, как бы вы назвали, какую причину, скажем, если в других местах переселенцы, которые выехали в разные области Украины и в Закарпатье, и, ну, собственно, нет таких областей, которые бы не приняли сейчас переселенцев из Луганской и Донецкой области, когда там не очень идет, не очень получается, когда люди равнодушны, что здесь? Личность того, кто сидит, к которому ты приходишь за помощью, или, как сказать, количество его полномочий, от чего это зависит? Вы знаете, ну тут, наверное, первое, второе. Вот все вместе. Все вместе.
Мы, в принципе, понимаем, что человеку не может быть одинаково комфортно всюду. Да? Будут регионы, где это будет комфортно, где будут регионы, где будет не совсем комфортно. У нас есть 5 областей, город Киев, где сконцентрировано наибольшее количество внутренне перемещенных лиц. Донецкая, Луганская область, я имею в виду подконтрольные территории, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, ну и, естественно, город Киев. Все задают вопрос, а почему им именно эти регионы? Ну, во-первых, Донецк был мегаполисом, собственно, он остается мегаполисом. И, естественно, люди пытаются найти такое место проживания, где бы были возможности и для трудоустройства, и для нормального качественного жилья, и для возможности... Чем-то похожее на то, конечно, к чему ты конечно. Привык. И это первый момент. А второй момент – это география, это близость к Донецкой области, потому что как бы не интегрирован был переселенец в жизнь громады, все равно он думает, в большинстве случаев, он думает о возможности возврата при определенных условиях в свой родной дом, в свой родной город, на свою родную улицу. Ну, это очень важно. Как выяснилось, это намного важнее, чем мы думали до войны. Я так понимаю, вы тоже думаете об этом и хотите этого? Естественно. Этого хочет каждый. И поверьте, если бы это произошло с кем-либо из другого региона, он бы хотел вернуться домой, потому что дома... Дом — это дом. Это дом. Там его друзья, там его родственники. Там часть его... Жизни. Жизни, да. Причем жизни неплохой, жизни интересной, жизни хорошей. Поэтому, знаете, говорят, с возрастом друзья не приобретаются. Вот не приобретаются и некоторые такие аспекты, которые остались дома. Безусловно. И вот все-таки вы оттуда уехали, обосновались в Киеве. Здесь вы уже не были чиновником, так, но почему, что толкнуло вас здесь уже сделать эту организацию восстановления Донбасса? Я так понимаю, она здесь началась, не оттуда. Нет, она началась здесь, причем вначале она работала в онлайн-режиме. Был организован сайт, на котором предоставлялся ряд вот таких сервисных услуг для внутренне перемещенных лиц, а именно консультации, информация. Но прежде всего, первое, это, конечно, информация, потому что кто владеет информацией, тот владеет миром. Первое, это информация. Человек, который попадает вот в такие условия жизни, зачастую теряется и не знает, куда ему обратиться, как обратиться. И вот уже прошел год с момента начала такого конфликта, а тем не менее число переселенцев, в общем-то, не уменьшается, прибывают новые переселенцы, да, и те, кто уже прожил какое-то время, все равно нуждаются в некоторой помощи информационной, потому что жизнь не стоит на месте, она обновляется, информация и некоторые моменты жизнедеятельности. Второй момент – это консультативная помощь. И вот, естественно, мы понимали, что какие консультации будут наиболее востребованы. Конечно, юридические, по жилью, да, по пособиям. Конечно. По первое, по значимости, это были юридические консультации, потому что многие люди утратили документы. Как восстановить документы, как оформить и переоформить пенсию, как переоформить социальные выплаты. Ребенка в садик, в школу, конечно, и так далее. Конечно. Второе – это трудоустройство. Нет, наверное, второе по значимости – это будет жилье. Трудоустройство очень важно, но вначале где-то человек должен обосноваться. И, конечно же, вот помощь в предоставлении жилья, то есть она была так организована, предложения, которые поступали от лиц, которые хотят сдать жилье переселенцам. Я подчеркиваю, переселенцам, потому что это тоже проблема. Немногие желают именно сдать жилье переселенцам, ну, в силу ряда причин. Предложение и потребность. Дальше, и дальше уже работа, наверное. И дальше пошла работа. То есть мы находили людей, которые предлагают сервис, и людей, которые нуждаются. Ну, конечно же, людей, которые нуждаются значительно больше, чем то, что мы предлагали, но, тем не менее, порядка 300 вот таких предложений были восприняты, и это разные уголки Украины, это и большие города, это и сельская местность, это маленькие города, но тем не менее те, кто заходил на сайт, имели возможность выбрать и определить свою судьбу на какое-то время. Хотелось бы сказать непродолжительное, но как получится. Иногда есть такое мнение у людей, не переселенцев, у людей, которые здесь живут, в других областях, это их дом, что
часть переселенцев из зоны боевых действий, люди достаточно инертные, которые считают, что им все должны, государство, волонтеры, общественные организации, и они могли бы проявить какую-то инициативу в поиске жилья, работы и так далее, но они не всегда это делают, а вот как бы сидят, ждут, что вот опять же им все должны, им должны все это принести. Вот как вы считаете, по вашему опыту, велико ли количество таких людей? Вы знаете, насколько естественно, это миф? Есть люди с активной жизненной позицией, которые, вот как лягушка в жбане, да, пытаются они сбить, ждут, да, и получается, она не тонет, сбивает она масло. Конечно. Да. Есть люди инертные, но скажите, пожалуйста, а чем отличаются люди, допустим, в Донецкой или Луганской областей от жителей Тернополя, Кировограда, Николаева? Там также есть люди с активной жизненной позицией и люди пассивные. Очень сейчас можно много говорить и давать оценок и характеристик внутренне перемещенным лицам, но я думаю, что это не стоит делать, потому что каждый из тех, кто мог оказаться в подобной ситуации, по-разному себя поведут, поэтому и повели бы себя по-разному. Поэтому я бы ушла от процентного соотношения жизненно активных и те, кто более пассивны, это продукт нашего воспитания, это продукт среды, в которой люди находились. И я думаю, что вот такое распределение, оно есть в любом регионе, независимо от того, оккупирован он на сегодняшний день или, в принципе, живет обычной жизнью. И ваша общественная инициатива восстановления Донбасса, ваш сайт, они рассчитаны на тех, кто делает встречное движение? Конечно, безусловно. Конечно. Вы знаете, вообще любое дело, оно предполагает движение навстречу друг другу. Помочь можно тому, кто этой помощи ищет. Кто ищет эту помощь, кто хочет эту помощь, и кто действительно, может быть, не только для себя, но и для кого-то из ближайших найдет предложение, подскажет, поможет. То есть это рассчитано на тех, кто хочет осилить дорогу. А ее осиливает кто? Идущий. Безусловно. Ведете ли вы какой-то определенный учет, какому количеству людей, ну хотя бы приблизительно, вам уже удалось помочь? Ну, именно благодаря вот такой общественной инициативе. Вы знаете, вот по трудоустройству, я бы хотела сказать, было предоставлено около 300 вакансий, 330 человек разместили свое резюме. Вот сказать стопроцентно, что 330 или 300 человек нашли эту работу, приняли эту работу, мы не можем. Мы не можем отследить вот ту обратную связь, которая существует. Но, тем не менее, много людей звонило, благодарило и говорило, что спасибо, вы нам помогли. По телефону горячей линии, а это был второй этап деятельности организации, то есть перехода из онлайн в офлайн режим уже, мы увидели, насколько востребованы консультации. И знаете, когда это в сетях, ну, во-первых, не все имеют доступ к сети. Во-вторых, когда эта проблема решается путем разговорного жанра, будем так говорить, когда есть какое-то общение, передающее эмоции как обращающегося, так и эмоции человека, который оказывает эту помощь. Да. Это немножечко другой аспект. Так вот, телефон горячей линии. Мы начали работать месяц назад. Мы не думали, мы же понимаем, насколько сейчас много таких телефонов и в государственных органах, и волонтерские организации, в принципе, организовали помощь путем, путем телефонов горячей линии. Но мы не думали, что столько будет обращений. Мы не думали, что у людей такие вопросы тревожат, волнуют, и им нужна в этом помощь. Казалось бы, уже после года от начала всех действий некоторые вопросы должны решиться были сами собой. Нет, к сожалению, они не решились, и люди обращаются. 650 звонков за месяц, 650 обращений, но это достаточно серьезная цифра. И очень много нам удалось решить. Многое у нас находится в стадии решения. Мы все отслеживаем. Мы ведем мониторинг за тем, что мы закрыли уже, то есть какая проблема была решена, какую проблему мы стараемся еще решить, и это находится на этапе выполнения. Но, к сожалению, есть и проблемы, которые мы не можем решить, в силу того, что действующее законодательство это не позволяет.
Безусловно. Я вот слушаю вас, разговариваю с вами и не слышу жалоб, не слышу сетований на государство, которое не-не-не, и поэтому вы должны это делать. Не слышу разговоров о деньгах, которых катастрофически не хватает и так далее, и так далее. Это чисто ваши личностные качества такого спокойного борца, степ-бай-степ, или... Нет, но эмоции или бывают самые, эмоции на самом деле бывают самые разные. Иногда они яркие, бурные, но я же не пришла сюда сегодня говорить об эмоциях. Я пришла сегодня говорить о конструктиве, о том, что если есть пробелы в действующем законодательстве, если есть моменты, до которых еще не дошли руки у руководства страны, то здесь не может быть пустоты, природа не терпит пустоты. И здесь должны прийти другие руки, другие ноги, другие головы. И вот общественные организации, в частности, это берут на себя. На сегодняшний день достаточно много общественных организаций, которые работают это по проблеме внутренне перемещенных лиц. Это очень хорошо, потому что каждая из организаций уже нашла свой сегмент. Каждая из организаций определила свой путь, по которому она идет. Но, тем не менее, все это направлено на то, чтобы людям было легче, чтобы они как можно быстрее адаптировались и интегрировались вот в ту жизнь, которая, к сожалению, у них наступила. Первый этап, как вы сказали о своей деятельности, это был этап виртуальный, то есть это было онлайн-консультации, информация и так далее. Второй этап – это переход в офлайн. Так, я так понимаю, что пора делать какую-то грамматическую примальню или как? Да, и это опять, в общем-то, вытекает из того поступательного нашего движения. И видение того, что только на информации или только на онлайн-консультациях все сделать невозможно. Поэтому наш третий этап – это выход непосредственно в практическую плоскость, и это открытие центра консультативной помощи. Уже или еще? Внутренне перемещенным лицам. Нет, это уже на грани открытия. Это произойдет в этот четверг, вот 30 июля. Мы откроем центр информационно-консультативной помощи внутренне перемещенным лицам. Киев. Да, где будет предоставляться, опять-таки, информационная помощь, поддержка, сопровождение и консультативные помощи. Бесплатная. Бесплатно. Тогда скажите адрес. Воздухофлотский проспект, 21/2. Недалеко от вокзала, хорошая развязка транспортная, логистическая. Первый этаж здания, удобные найти подъезды, легко найти. И вот внутренне перемещенные лица, а вот руководит у нас центром женщина-переселенец из Луганской области. Там будут переселенцы и из Донецкой, и Луганской области. И на волонтерских основах, началах, они будут оказывать различную помощь. Вначале мы стартуем с организации юридических консультаций. Затем мы планируем организацию медицинских и психологических консультаций. Потом консультации... Что очень нужно, безусловно, для адаптации. Да. Потому что, в принципе, система здравоохранения достаточно сложная в городе Киев, и у переселенцев есть ряд вопросов по получению квалифицированной медицинской помощи. Потом мы планируем открыть, в общем-то, цикл тренингов по трудоустройству, переобучению, организация налоговых консультаций, ну и далее. Жизнь подскажет? Конечно. Какой будет следующий шаг? Да? Вот мы наметили пока вот такой вот план, но, естественно, жизнь может носить коррективы, и мы понимаем, что они будут, и мы готовы, в общем-то, реагировать на те вот моменты, которые на сегодняшний день наиболее остро стоят у переселенцев, волнуют их больше всего, и те моменты, которые нуждаются переселенцы, вот почувствовать это и включиться, вот наша задача. Я помню, вы говорили, да, в
в самом начале, что не всегда люди, получившие помощь, потом отзваниваются, там, ну, говорят спасибо, отмечаются. Я думаю, вы как врач хорошо это знаете, что когда вы человеку помогли, то, наверное, 10%, что он потом позвонит, придет, скажет спасибо. Ему стало лучше, и он ушел в новую жизнь. Ну и слава богу. Похоже? Похоже, конечно. И слава богу. Вы знаете, мы не ждем зачастую обратной реакции, если действительно человек получил помощь, если в его жизни что-то изменилось. И дальше он уже сам? И дальше он пошел сам, а может быть уже помог своему соседу, другу или подруге. Это уже, я считаю, что частично мы задачу выполнили. То не зря. Да. В самом конце я иногда нашим гостям люблю задавать коварные вопросы, на которые за 2-3 минуты ответить невозможно. Человек так напрягается, я думаю, сейчас напряжетесь и вы. Вы называетесь вашей общественной инициативой. Ирина, нет. Вот после того, что было пережито, поверьте, уже коварнее. Нет, ну страшно, ну не страшно это только больным людям. Страшно, естественно, но уже напрягаться... Ну, наверное, так. Напрячься для того, чтобы пойти дальше вперед. Или за одну минуту ответить на вопрос, почему вы назвались «Восстановление Донбасса». У вас есть концепция, у вас есть... Да, конечно. У нас есть своя стратегия, у нас есть свое видение. И говоря о восстановлении Донбасса, мы, в принципе, разделили все на три составляющие. Первое – это на сегодняшний день помощь внутренне перемещенным лицам. Это помощь тем людям и тем организациям, которые переехали с временно неконтролируемой на подконтрольную территорию. Это все жители Донбасса. Это не только жители, но это и территория Донбасса. То есть восстановление инфраструктуры. Мы ведем мониторинг за разрушенной инфраструктурой. Мы на сегодняшний день даже планируем вот вскоре провести такой конкурс молодых ученых, где будут предложены проекты по восстановлению социальной сферы, культурного наследия, объектов культурного наследия, где инфраструктурные моменты некоторые тоже возможно. Мы будем делать эти проекты, а дальше предлагать их региону. То есть для того, чтобы мир настал как можно скорее, этот мир нужно планировать. Его нужно не просто планировать, но и потихонечку начинать эти планы реализовывать, претворять в жизнь, потому что на одних планах далеко не уедешь. Степ-бай-степ, как вы сказали. Надеюсь, все у вас удастся. Наши гости, напомню, Елена Петряева, руководитель общественной инициативы восстановления Донбасса. О том, как это делать, мы будем говорить в наших следующих программах. Це программа Майдан ТБ не перемикайтеся. Мы продолжим буквально за хвилину.